Подготовительный этап у нас продолжается. Я пришла в магазин подарков. Вот сейчас надуем гелевые шарики для украшения входа и открытия. Сейчас жду, когда меня будут обслуживать, пока заняты приемкой товара. Смотрите, я иду, шары идут впереди меня. Ура! Видите, как здорово, красиво, да? Огонь! Ну что ж, все готово к открытию нового пункта выдачи по адресу город Подольск, улица генерала Варенникова, дом 2. Приходите в гости. Сейчас вам проведу небольшой рум-тур по своему офису. Скоро мы будем его открывать, остались считанные минуты. Все украшено шариками. Здесь мы заходим сразу в примерочное. У нас находится кабинка, такие шторочки на люверсах, можно уединиться, осуществить примерку. Я сознательно делала вот такую примерочную, чтобы не кабина была, а именно она была открытая для того, чтобы можно было увеличить пространство. Пуфик, зеркало, полный рост. Здесь стоит ресепшн, ноутбук, уже все готово. Для работы подведен интернет. Здесь у меня, соответственно, штатив для съемок. Это зона выдачи заказов. Вот здесь у нас находится QR для тех, кто будет добавляться на наш канал Telegram для клиентов. Ну, это конфетки. Сейчас мы будем открываться, поэтому будем угощать клиентов наших. Уже должны прийти. Достаточно количество стульев я купила, потому что буду здесь проводить мастер-классы. И вот этот столик мне достался по наследству, очень удобный. Здесь стоят пока что пустые корзины. У меня еще не дошли до них руки, чтобы заполнить их подарками. За то, что клиенты будут обслуживаться на нашем пункте выдачи, за каждый заказ от 1000 рублей в ценах склада мы будем дарить подарок. Чем больше сумма заказа, тем дороже подарок. Будем вместе с вами наполнять эти корзины потом. Дальше, ну, естественно, кольцевая лампа. Я же блогер, буду продолжать этим заниматься. Видео зарисовки своих будней уже на пункте выдачи. Вот здесь стоит витрина с тестерами. Вот надо повесить сюда, распечатать объявление, что это тестеры. Я еще это не сделала, хотя объявление распечатала. Ну, все будет. А тестеров еще не полное количество. Я заказала, уже оформила первый заказ на свой пункт выдачи. Как только все придет, соответственно, все тестеры будут здесь. Ну и самое главное на пункте выдачи, это, конечно же, вот эти стеллажи для коробок с заказами наших клиентов. Ну и вот изнутри рабочее место. Так, здесь все у меня оформлено. Вам тоже даю возможность заглянуть, посмотреть. В общем, вот таким образом. Ну и, конечно же, уголок потребителя. А еще один нюанс. Вот здесь, где висят часы, висел календарь, и когда я его сняла, там такой некрасивый гвоздик остался, и я решила повесить часы. Как раз рядом со мной, напротив, мне будет хорошо видно время. В общем, вот таким образом. Красота! Пришел мой самый любимый клиент, который обслуживался у меня на промостойке, Таня. Она от неожиданности даже немножечко в себя, и сложно ей прийти, да, Таня? Ну, скажи что-нибудь. Ой, я так благодарна тебе, я так тебя люблю. Ой, ой, я как же приятно, ты моя хорошая. Таня всегда приходит ко мне на промостой. Ой, да все хорошо. И всегда говорит мне: Танечка, можно я у тебя постою немножечко? Мне так все у тебя нравится. Конечно, я так хочу все попробовать. Правильно? Да, так да, происходит. И всегда мы с ней общаемся, но не меньше полчаса, правильно? Да, все попробуют у меня, все протестируют. Я расскажу ей про новиночки. В общем, вот мы уже долгое время, да, Таня? Да, сколько да, мы с тобой знакомы? Я даже не помню уже.
Ну, давно. И сегодня Таня пришла ко мне на промостойку, а промостойка у меня закрыта, я пока ее не распаковывала, потому что сегодня я вся в бегах, честно говоря, вот пока за шариками бегала, пока все это приводила в соответствие. И мы встретились прямо вот на пути, на дороге, да? Я говорю, Танечка, все, в 2 часа открывалось. Вот, вот, пришла, пришла. И у меня самый пунктуальный клиент, вот самый пунктуальный. Если в 2 часа промостойка открывается, она в 2 часа уже у меня у промостойки. Поэтому спасибо тебе большое, Танечка, за то, что ты у меня есть. Мне тоже приятно с тобой. Здорово. Общаться. Сейчас будем открываться, сейчас еще девчонки подойдут. Mm-hmm. Вот ждет нас красная ленточка. Mm-hmm. Поможешь мне? Да, мы вот так, пожалуйста. Вот здесь вот снаружи растянем, да? Как скажешь. Вот, и будем перерезать. Будет. Ой, а как будем натягивать? Один с этой стороны, другой с другой. Ну, девочки еще придут, сейчас дождемся, потому что, видишь, к 2 часам приглашала. Заходи, заходи, все. Еще одна моя клиентка. Она стеснительная. Да, проходите, проходите. Ой, ну, Мастона, спасибо большое, моя дорогая. Она не может с пустыми руками, у меня никогда. Вот у меня... Танечка, я умоляю, не надо, я никому ничего не говорила. Присаживайтесь. Спасибо. Вот, короче, мои дорогие девчонки пришли, мои самые любимые клиенты. А между прочим, Мастона у меня зарегистрирована как льготный покупатель, да? И мне кажется, что вы смотрите в сторону бизнеса. Или я ошибаюсь? Ой, стеснительно не могу, она такая стеснительная всегда. Ну, в общем, это тема для отдельного разговора. Спасибо большое, что вы пришли. Конечно, вот, вы у меня прям... Я не знала, что сегодня... Танечка, ну я умоляю, я тебя умоляю. Вот сейчас ты меня и поздравишь. Сейчас поздравимся. Все такие пунктуальные, времени еще у нас есть. Представляете, какие у меня клиенты? Вообще, да, умнички. Вот. Поехали. Поехали. У нас сегодня торжественное открытие пункта выдачи Фаберлик. Новый пункт выдачи открывается на улице Генерала Вареникова, дом 2. Это город Подольск Московской области. И еху, перерезаем красную ленточку с моими любимыми клиентами, которые сегодня пришли на встречу со мной. И... Ура! 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 Рома, подтягивайся. Оль, сними нас еще всех вот так. Вот, чтобы... все присутствующие здесь. Я за камерой. Да, и все улыбаемся, все радуемся. Чуть побольше клиентов. Спасибо большое. Да. Так, и вот эту вот ленточку. Чтобы процветали и пахли. Я на 2 раза для моего наставника. Вот. Вот. Все 2. Все, отлично. Дорогие гости, добро пожаловать! Проходим! Да-да-да-да-да-да! Проходите, заходите! Заходим, такую красоту! Нифига себе! Так все быстро! Что, у нас тут уже стоит? Таня, пожалуйста! Наталья с сумочкой, сейчас что-нибудь покупает. Нет, покупать здесь нельзя, здесь ничего не продаем. Это тестеры, девочки, посмотрите, можно. Заказываем, значит. Выдачи. Заказываем, оформляем заказы на наш пункт выдачи со скидочкой. Красота, покупаем. Как же так все быстро ты сделала? Ну, быстро, вот так, конфетки давайте, мои хорошие. Ой, конфетки, а шам... Нифига себе. Наталья присела. Сейчас Рома и выпьешь, и закусишь. Вас только открыть попросили. Танюша, подходи к нам. Мы снимаем, да? Давай, да, спасибо. Да. Ага. Ничего не знаю, надо... Главное, Тане не выстрелить в глаз. Да, мне в глаз не надо. Ага. Главное, не в зеркало. В глаз, ладно. Главное, не туда. Глаз, ладно, пройдет, а зеркало... Ага. Сейчас мы немножечко отметим это дело, торжественный момент. Как вам, девчонки, нравится? Очень. Да? Хорошо? Уютно? Да? Но я старалась, чтобы было всем хорошо, красиво. Вот это все будет заполнено коробочками заказов. Заказами, да. Вот чтобы она всегда была открывая. Да, вот мы... Потолочка. О, ой, Рома, да ты у нас просто искусный дел мастер, говоришь ни разу. Что-то ты лукавишь. Явно. Вот. Красота.
Конечно. Но у нас почему-то где-то Юли нет, да, у нас? А, Юльку еще, я ее пригласила, но у нее там клиент был. Танюш, подойди! Татьяна. Шесть, да? Я шесть достала. Два, четыре, шесть. Давай, давай. О, Татьяна, присоединяйся, Танечка. Сколько нас? Два, четыре, шесть, семь. Так. Если что, у меня стаканчик еще есть. Я вообще не пью. Нет, это... Ну ладно, оставляй нам здесь. Да, все, давай. Давай. Да, конфетку, все, Рома, одну другую. Конфет я могу взять. Давай, вот. Мы, я знаю, мужчина любит сладенькое. Ты хороший человек, дай бог, что твоя открытая была удачной. Рома, хороший я торговый. Благодарна, что вообще в моем окружении здесь находятся такие люди, как спасибо. Ты. И вообще, девочки, большое вам спасибо за то, что вы есть. Вы самые лучшие. Спасибо. Благодарю. Благодарю. Спасибо большое. Ну, приступаем. Мастер-классы я буду проводить каждую субботу с 17.30 до 18.30. Мастер-классы по красоте, по уходу за собой, по продукции в том числе, по новинкам каким-то. Вот. Ну, а там дальше по пожеланиям. Если будет востребован какой-то мастер-класс, я смогу подстроиться, скажем, под клиент. Каждую субботу планирую, но за тем исключением, когда, ну, в какой-то день, какую-то из суббот мне нужно отлучиться будет. Ближайшее это 12-13 октября, вот как раз, потому что я уезжаю на конференцию на 2 дня в Фаберликовскую нашу, в Москву. Вот, в Острове Сокровищ у нас будет конференция, так что... Вот, и попадает, что суббота-воскресенье, вот субботу не будет в ту. А еще по секрету, у меня дочка замуж выходит. 26 октября меня тоже здесь не будет. А потом и внуки пойдут. Ну, внуки, это уже другая история. Да, давайте сначала замуж выдадим. Ну, вот. Это, конечно, событие. Да, событие. Долгожданное, дай бог счастья. Да, спасибо. Так что вот, видите, у меня сразу сколько всего тут наложилось. Тут я вся как это... Как пошло, как пошло. Как поперло. Так что я вам по секрету всему свету рассказала все свои новости. Потому что вам доверяю. Так что, поздравляем, да, со всеми событиями. Со спасибо, спасибо, девчонки. Прекрасно, все было вот так. Спасибо большое. Потому что как поработаешь, так и... Полопаешь. А все правильно. Все быстренько пошли, да, делать. Так, а теперь... Раз вас открытие. Спасибо, Наташа, большое. Я вам желаю... хороших покупателей, Танечки, чтобы они приходили в ваших постоянных. Да, спасибо большое. Такую зону, такую теплую, добра, отзывчивости, чтобы они были отзывчивые и принимали все это с благодарностью, и вы от них тоже принимали все с благодарностью. Еще раз повторю, чтобы полочки были полные, да, чтобы заказы пёрли. Обязательно буду петь. Вот, чтобы я последний раз видела такую пустую полку. Да, да. Поэтому процветания, благополучия, финансовых удач вам и нового роста. Дальше больше, выше. Спасибо большое, Наташа. Благодарю. Спасибо большое. Спасибо. Отличный тост. Да, благодарю вас. А я побежала строить дальше свою избушку. Да. А ты где строишь избушку? Я ничего про избушку не знаю. Там. Новый тут уже скоро. Тут скоро я заберу вот эту прелесть. Так, вот она все сказала, все поняли. Но вон там, вот тут, вот это. Интрига. Интрига, открытие, ясно. Да, ну да, ладно, да, на открытие приду. Спасибо, девчонки, давайте. Спасибо огромное. Ага, благодарю. Так что, мои дорогие, с почином нас. Мой 770, 42, 77, 54. Теперь, да, вот, видишь, все, теперь вверх возвращаемся. Так, теперь что мы делаем? Ты пишешь населенный пункт, выбираешь, забивай Подольск. Сегодня с работы мы пришли вместе с мужем. Он допоздна работал, и я допоздна. Представляете, я зашла, и следом он. И приходит вот с таким классным букетиком, поздравляет меня с открытием офиса. Мне так приятно. Такой молодец он у меня. Очень его люблю, ценю, уважаю. Ну и, наверное, он меня также любит, ценит и уважает. Здорово. Прям красота.